Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на стадионе Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова, UFL-2. Вашему вниманию и матч с участием команд Академии Родины и ЦСКА. Начало матча остается считанные мгновения, который, конечно же, несомненно начнется со стартовым свистком главного арбитра Евгения Логвиненко. Пока же звучит стартовый и начинают армейцы, гости. Поражение от Краснодара в четвертом туре в единственном гостевом матче на данный момент. Удар издали, а будет ли добивание? Справляется Нзека вот с этим плотным ударом от Гарифуллина. Но дальше уже сработали защитники. До удара дело не доходит, но и отбиваться еще предстоит футболистам ЦСКА. Здесь пенальти. Разбегается, бьет и забивает по три забитых мяча в нынешнем сезоне UFL-2. С мячом по флангу здесь перспективы не возникло. Тарасенко бьет и перекладина. Ну а мы последим с ударом Тарасенко в повторе. Мяч опустился на перекладину. Так, сверху в атаке ЦСКА. И здесь еще. Еще пенальти мы увидим. Было ли нарушение? Уже тоже не имеет значения. Есть пенальти. И есть второй гол от Тарасенко. 2-0. Как будто бы нашли идеальные 11, которые дают результат. Здесь и сейчас атакует ЦСКА. Масленников с мячом и будет пробивать еще. Во-первых, вот здесь пробивал в первый раз, справился Вдовин. Первый матч UFL-2 для команды Родины 2008 года рождения был, и Илья записал свой актив в голевую передачу. Но в данном случае Родине предстоит камбэчить уже с 0-3. Тарасенко из глубины далее на Фирова. Скидка от Голодаченко. И дальше атакует ЦСКА. Ну а теперь уже звучит финальный свисток. И здесь 3-0. Армейцы празднуют успех. Матч завершен. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что смотрели этот матч вместе с нами.